Всем привет! Мы пришли в магазин Чижик. Сейчас мужчина зайдет. Иринка зайдет. Сейчас посмотрим. Тут есть. Так. Что там? Ага. А тут ящиков-то нету. Ладно, корзинку брать не будем. Так. Крекер соленый, сухари, вафли, да. Так, тут чипсы, это хлеб. Да. Бананы зеленые. 89. Яблоки. Такие не ем. Лимончик. Капуста. Тут сырки. Тут. Сырный чёрный, капуста, всякие колбаски. Я так захотела мороженое взять. Холодец, фарш. Кстати, фарш мы не берем такой. Конфеты пчелка, газировка, вишня, о, пизде. Так, тут ничего интересного нет. А капусту взять, шоколад, печенье какое-то. Тоже конфеты. Мини-перцы юбилейные. Не знаю. Мороженое. О. Так. Пломбир. Вот это надо пломбир взять. 34 рубля он стоит. И тут, кстати, вот это крем-брюле вкусно. Кстати, надо пару штук взять. Да. Две таких и две вот таких. Черника. Тут шоколад, конфеты. Аленка, 54 рубля. Пампин Гольд. Угу. Миска косолапы. Коровка. Стык. О, зефир зеленый. Яблоко. Пастила.
Понимаю. Так. Так что... Кстати, вот такое печенье мне не понравилось. Оно не вкусное. Где ты? Тут что? Кабачковая икра. Касси. Ну, людей тут, кстати, достаточно. Ладно, короче, на этом всем пока.